Я хочу читать. Нет, я должен. Вали отсюда. Заткнитесь, поехали. Прошлым летом мы снова классно отдыхали с дедушкой. Я и мои братья. Три ниндзя. Мои братья и я. Неважно. В доме нашего дедушки мы в основном тренировались, чтобы стать ниндзя. Да, большинство детей проводят лето в дурацких лагерях, но два моих младших брата и я учились у нашего дедушки-японца. Обычно утро начиналось так. Он будил нас разными проверками, к которым я всегда был готов. Я тоже. Да уж. Дедушка забавный, но когда дело доходит до боевых искусств, он крут. Он перебьет с полсотни за пару секунд. Заткнись. Давай дальше. Мы начали тренироваться, когда были совсем маленькими. И сейчас маленький дурак. Так что мы решили, что уже готовы стать ниндзя. И хорошо, что так, потому что это лето мы не забудем никогда. Как ты это сделал? В следующий раз попробуйте напасть в зоне для некурящих. Мы тебя почти достали. Меня? Ну, Майкл. Что? Если б я не остановил машину, тебя бы сейчас звали Блин. Но ты остановил. Ладно, парни, что теперь? Нападем на него снова. Из этой драки вам следует извлечь два урока. Первый – никогда не нападай, если не уверен в победе. А второй? Не влезай на дерево с колючками. Ладно. Дедушка, откуда ты взял эту мерзкую маску? Эту маску мой отец дал мне в день именования. Я продолжу эту традицию с вами.
День именования? У нас уже есть имена? У вас есть домашние имена, но не имена ниндзя. Хорошо. Сэмюэл. Сэр? С этого дня и до скончания времен тебя будут звать Кремень, потому что ты силен, тверд и спокоен, как камень. Ух ты! Да! Джеффри, ты быстр и свободен, как дикая лошадь. Тебя будут звать Конек. Конек? Круто. А я? Можно я буду монстр-разрушитель или супер-киллер? Как насчет супер-лопух? Остань, тупица. Малыш, поскольку ты все время жуешь, тебя будут звать Ням-Ням. Ням-Ням? Скорее бы папа посмотрел. Ему не понравится. Дедушка, папа будет дома завтра, когда мы приедем домой? Ну, он очень занятой человек, с очень беспокойной работой. Ням-ням. Почти приехали. Вовремя, как и обещал. Просто удовольствие работать с вами, мистер Снайдер. Итак, от имени народа моей страны, позвольте мне арестовать вас. Не двигайся, Снайдер, ФБР! Не стрелять! Сдавайся, Снайдер! Тебе не уйти! Сюрприз! Я люблю сюрпризы. ФБР! Как мило, что вы зашли! Вставай. В стене. Ладно, хватит, Снайдер. Все кончено. Не шевелись. Я бы остался и поболтал, но я спешу.
Сэм! Агент Грин в порядке. Взяли все. Автоматы, минометы. Запасы, как для Третьей мировой. Мы взяли все. Ничего мы не взяли. Мне нужен Снайдер. Главное, он. Он мне нужен. Пора идти, пока. Я слышал, они нас почти накрыли, босс. Меня. Меня, Браун, не нас. Да, это меня чуть не взяли сегодня. Это был Сэм Дуглас. Мы встречались, когда я работал с Мори Танака. Этот ФБРовец тоже ниндзя? Шутишь? Дуглас презирает боевые искусства. Этот дурень женат на дочери Мори Танака. Не повезло, что старик Мори взял и выдал дочь за ФБРовца. Мистер Браун, сегодня мы нанесем моему старому другу Мори визит. Точно. Ну, сегодня к ужину я их привезу. Тренировки мальчикам на пользу. Кто это? Это твоя бабушка. Хорошо, хорошо, я знаю, но... Я знаю, он не любит, но... Нет, нет, чья это рука? Я говорю с твоей матерью. Я знаю, что твой муж не любит этого, но... Ладно, Джессика, но, по-моему, ему следовало бы проводить больше времени с детьми. Еда готова. Конек, кто такой ниндзя? Ниндзя тот, кто может использовать все вокруг против врага. Он быстр и хорошо приспосабливается. Ниндзя честен и добр. Его ум, тело и дух едины. Он дисциплинирован и хладнокровен. Ниндзя любит природу, так как он часть ее. И ниндзя никогда не дерется, если не может победить. Ум, тело, дух и сердце ниндзя едины. И никогда не используй свою силу против того, кто слабее тебя. Почти все слабее меня и медленней. Не будь самоуверен. Не будь самоуверен. Ладно, дедушка. Хорошо. Дайте мне ваши руки. Любите и доверяйте друг другу. Веревка из одного жгута может быть порвана, но веревку из четырех жгутов не порвет ни один враг. Дедушка, кто это? Оставайтесь здесь, ешьте. Дедушка, что тут такое? Кремень, дай посмотреть. Отстань, молчать. Ведите себя как ниндзя, не как дети. А что я сделал? Готов. Yeah!
Идите за стол. Ну, ты в форме. Прошел мою проверку, партнер. Снайдер. Моей единственной ошибкой было партнерство с тобой. Ошибкой было разорвать его. Мне пригодились занятия карате. Кровавые деньги. Да ну. Живешь в этой хибаре. Нам мог бы набрать немало учеников. Вон, взгляни на этих хлюпиков. Они не ученики, они моя семья. Что ж, может, они захотят работать со мной? Я готовлю ниндзя, а не убийц. Слушай, не хочешь тренировать моих людей? Ты видишь, они полные лопухи. Ты будешь учить, а я тебе буду платить. Это все, чего ты хочешь? По правде говоря, нет. Твой зять, Сэм Дуглас, убери его от меня на пару недель. Для его же блага. И твоего. Не для меня. Или ты потеряешь не только деньги, но и зятя. И знаешь, без Дугласа кто сможет защитить честь твоей красавицы дочери? Ты стал медлителен. Старик, возьми деньги. Поговори с Дугласом. Убери его из моей жизни. А? Или я вырву твое сердце. Ребята, идите сюда. Внимание! Сэр! Чего вы взяли, что мне нужна ваша помощь? По-моему, я сказал вам оставаться дома. Ниндзя не должен быть самоуверенным, дедушка. Это так. Идите сюда. Класс! Круто! Тише, ребята. Сэр! Прежде чем я вам покажу, вы должны мне обещать, что не примените это знание, если только не будете в большой опасности. Это вы можете использовать только, чтобы спасти свою жизнь. Обещаете? Сэр! Есть несколько точек на теле, после удара по которым человек не думает ни о чем, кроме боли. Можете быть уверены, он не захочет продолжать драку. Кремень. Сэр. Ударь точно сюда. Вот, видите? А теперь ударь вот сюда. Но, дедушка, это тоже место? Нет, не тоже. Бей! Бей! Видишь? Ничего. Сантиметр между жизнью и смертью. Теперь бейте сюда. 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 Сюда.
И сюда. Потренируйтесь часок и поедем в город. Но, дедушка, мне нравится. 1 час. Работайте. Что это был за тип в белом костюме? Не знаю, но он так вел себя с дедушкой, что, похоже, нападение было игрой. Знаешь ли, парень, эти мечи были настоящими. Не знаю. Похоже, он старый дедушкин друг. Мне он не показался особенно дружелюбным. Под крылом самолета я с пушкой стою. Хочу старика застрелить. Смотри, кто это там? Заткнись, конек. Твоя подружка, смотри, гонится за нами. Она мне не подружка, понял? Ты ее поцелуешь? Да, ты ее поцелуешь? Нет, но вас двоих прибью, если не заткнетесь. Вон папа. Папа! 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 Гарри, напомни мне про совещание в 6 часов, ладно? И мне будут нужны результаты баллистической экспертизы. Привет, ребят. Как провели лето с дедушкой? Классно, я покажу тебе приемы. Попозже, Джеффри, хорошо? Я не Джеффри, я конек. А я кремень, Джеффри. А я ням-ням. Майкл, ты ням-ням? Смотри, я конек, потому что я быстрый. Он кремень, потому что он крепкий. А он ням-ням, потому что ест все подряд. И вовсе не все. Мало того, что он все лето заставлял вас заниматься каратэ, так что, новые имена понадобились? А мне нравится. Сэм, поехали, Сэм, пора. Ладно, ребята, мне пора. Рад, что вы вернулись. Не забудь поцеловать маму, Джеффри. Я конек. Привет. Привет. Мне послышалось, ты теперь кремень? Нет, это просто дедушка дал мне новое имя. Хорошее имя, миленькое. Мне надо идти. Да, мне тоже. Да, мне тоже. Пока. Привет, мам. Привет, привет. Привет, мам. Куда это ты? Поставь меня, я есть хочу. Привет. Ты, пожалуй, станешь великим воином-ниндзя. Как скажешь. Кто считает, что трудно быть ниндзя, пусть побудет мамой. Мистер Браун, вы выкрадите этих троих пацанов в качестве гарантии, что дело с полковником Фарухом не сорвется. Дуглас не посмеет мне мешать, если его дети будут у меня. Да, вам бы схватить их, когда вы были у них на даче. Но я полагал, вы уже думали об этом. Выкрадешь детей так, чтобы тебя не поймали. Или я буду бить тебя по голове, пока из глаз сопли не потекут. Нет проблем, босс. Сейчас же еду. Мистер Браун, да? Мы все под колпаком ФБР. Они следят за всем, что мы делаем. Нам понадобится кто-то со стороны. Если можно, мистер Снайдер. 3 ребят несколько раз работали на нас. Сын моей сестры и его приятели. Они классные. Звони. Скажи, они изучали основы восточной философии, как наши парни? Я не уверен. Но я знаю, они много читают. Серфингистка. Должен сказать, я совсем не против попасть на радикально пустынный дикий пляж с этой красоткой. Эта красотка как раз для современного парня. Ну. Эй, парнишки, это не библиотека. Покупайте или до свидания. Примите мои извинения, добрый человек. Молоток, сходи, прихвати сок и те смачные булочки. Нет проблем, ну. Класс. Маркус, ты прихвати чипсы и что-нибудь радикально острое. Чудо. Только не зеленый перец. Ну. А ты, мой добрый человек. Откроешь кассу.
Точно. Чудо. Мы три дурня тебя грабим. Ну? Так что открывай кассу, пока я не рассердился. Простите, сэр. Могу я воспользоваться вашим телефоном? Мистер Фестин. Хорошо, слушайте. Бросайте, что вы там делаете. У меня есть дело для вас и ваших ребят. Все мое внимание приковано к вам, сэр. Ладно, слушайте. Нам надо, чтобы вы похитили для нас несколько детей. Вам любых или каких-нибудь конкретных? Это три весьма конкретных маленьких мальчика. Ручка есть? Вот адрес. 623 Северный Пачеко. 623. Ясно? Заткни ему ухи, чудо. Хорошо, ты запоминаешь 6, ты запоминаешь 2, я запомню 3. Пачеко. Есть, понял, сэр. Сейчас займемся. Фестин, не вздумай похерить это дело. Или мы тебя убьем. Какое горе. Радикально. Нашлась работа? Чудо. Ну? Ну? Твои ребята позаботятся о детях. Тогда я пришпилю Дугласа. Мистер Браун, шлите факс полковнику Фаруху. Сообщите ему, мы можем отгрузить ракеты через 2 дня. Боже, как хорошо быть Бякой. Школа достала. Остаться бы у дедушки. Да, мне бы тоже. Не заткнуться ли вам, ребята? Мама услышит. Передавай своей подружке привет. Да, передавай своей подружке привет. Она мне не подружка, ясно? Кремень любит Эмили. Кремень любит Эмили. Кремень любит Эмили. Что там такое? У меня умственно отсталые братья. Когда вы, ребята, идете в школу завтра? Около 7:45, я думаю. Кремень любит Эмили. Эмили. Кремень любит Эмили. Эмили. Я поеду с вами. Отлично, не опоздай. Кремень любит Эмили. Кремень любит Эмили. Кремень любит Эмили. Мама идет. Мне надо идти, пока. Кремень, скажем папе о том мужике, которого мы видели с дедушкой. Скажем завтра. Спи. Ребята, у меня новые леденцы. Хотите? Нет. Спокойной ночи, Кремень. Спокойной ночи, ням-ням. Спокойной ночи, конек. Спокойной ночи. Я поперхнулся леденцом. Ладно, ладно, хорошо. Маша Брейди или Лори Патридж? Ну, Лори. А, ладно, круто. Шерил Лэд или Фара Фосет? Таня Робертс, чудо. Профессиональные пофигисты. Мужики, самое время для вооруженного ограбления. Ну! Хотите кофе, ребята? Не стесняйтесь, моя жена сделает. Похоже, это агенты ФБР. Ну? Что будем делать, мужики? У них у всех пушки. Чудо. Что ж, мои опасные друзья, завтра тоже будет день, и будут наши маленькие чудики. По мороженому? Радикально. Мороженое? Ну? Завтра докуем. Мы защитим семью, старый друг. Где моя тетрадка? Милый, проверь ранцы. Я оставил ее здесь. Кремень, убери ноги со стола. Отец встает? Его нет, дорогой, он уехал. Нет, разрежь наискосок. Кто-нибудь откроет дверь. Сейчас. Где мой ранец?
Привет, вы готовы? Привет. Да, пошли. Доброе утро, Эмили. Доброе утро, миссис Дуглас. Где мой ранец? Вот он, малыш. Ну вот. Конек, ням-ням. Поехали. Ладно, ловите. Ладно. Счастливо. Увидимся в школе. Простите, мистер. Эй, чудо, вон они. Класс. Мистер Сэндвич, до встречи. Ребята, поехали здесь. Не въезжать. Ребята, подождите. Какое горе. Поехали вокруг. Круто. Потише. 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 Приехали. Ну? Кто-то нарвался. Заткнись! Не вы. Пацан. Кремень, чего остановился? Где Эмили? Какая разница? Она не тянет. Да, она не тянет. Ну, поеду, поищу ее. Кремень любит Эмили. Кремень любит Эмили. Ничего, велик. Да, в самый раз моей сестренке. Кремень! Поехали, давай, поехали. Ты в порядке? Что, покрасовался? Слушай, я верну твой велик. Честное слово. Но ты пропал. Фестин, это не порадует мистера Снайдера. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да, сэр. Но вы должны понять, ситуация была непростая. То есть там были ФБРовцы. И вы отмечали ранее, что мы должны действовать с исключительным уровнем тишины, сэр. Там кишат ФБРовцы, босс. Вот что. Вы привозите детей сегодня. До полуночи, вам ясно? Браун, прикроешь этих ребят, если будет нужно. Но мне нужны эти детки. Эй, чудо, когда кончаются уроки? Не знаю. Никогда не досиживал до конца. Ну? Шварценеггер может убить любого. Брюс Ли вышибет из Шварценеггера дух. Отдай нам мяч. Мальчик хочет мяч назад. Но тебе придется его отыграть. Драка, драка, драка. В чем дело? Ты глухой? Будешь играть или нет? Будем. Мы с тобой сыграем. Двое на двое. How much? На сколько? How much?
На сколько? Мы не играем на деньги. Что я слышу? Мы не играем на деньги. Ну что ж, я не буду делать ничего, за что тебя отшлепают. Что ты хочешь поставить? Конек. Конек, ну и имечко. Да, лошадка, не хочешь сена? Смейтесь. Конек, не надо. Ну что ж, пацаны, мы сегодня набрали маловато великов. Как насчет сыграть на вашем? Когда мы выиграем, что мы получим? Ну, если вы выиграете, я и мои парни выпустим вас отсюда, не начистив физиономии. До скольких будем играть? До 10. Ладно, даем вам 9 очков форы. Вы начинаете, пошли. Малафа. Слушай, конек, чтобы ни было, не драться. Не валяй дурака. Не драться. С 9 очками форы им не светит. Утрем им нос. Подержи кепку. Что ты изображаешь? Я не изображаю, я играю. Спасибо. Заткнитесь. Ты подаешь. Это нечестно. Ты в порядке? Заткнись. Заткнись. Ну, вперед. 9. Прекрасно. Трус. Приятной прогулки до дома. Без великов. Нет, пожалуйста. Кремень, мне плевать. Ребята, вы в порядке? Эмили, я верну твой велик. Забудь. Thank you.
Хэл, то есть ням-ням. Где конек? Не знаю. Сходи наверх, посмотри. Кремень. Что? Где твой брат? Не знаю, какая разница? Ладно, малыш, открой дверь. Это нянька. Давай. Привет. А вот ты где. Пора готовиться ко сну. 9 часов. Где отец? Он снова задержался с этим делом допоздна, милый. Я еду его встретить. Он собирается запретить деду нас дальше учить? Милый, посмотрим. Ладно. Отец был очень расстроен своими делами. Это был не лучший момент для разговора. Кто вообще этот тип? А вот в этой папке наверху его фото. Когда вы приедете домой? Поздно. Ведите себя хорошо, ладно? Ребята, узнаете? Это тот вчерашний малый, отец за ним охотится. Дедушка дружит с преступником? Ни за что. Запросто, посмотри на обороте. Уго Снайдер, партнер Мори Танака. Это дедушка. Думаешь, дедушка тоже жулик? Не валяй дурака. Но здесь написано, он друг этого малого. И мы видели, как они вчера шутили вместе. Надо сказать отцу. Мы не можем сказать отцу. Если он узнает, что они все еще друзья, мы никогда больше не увидим деда. Я не верю, что дедушка плохой. Он хороший. Я уверен. Ладно, чудики. Операция «Дух вон» готова к старту. Сверим часы. Сколько времени? Не знаю, у кого-нибудь есть часы? Класс! Ну ладно, прыщ. Как мы попадем в дом, чудо? Хороший вопрос, о драгоценнейший. Ну? Похоже, провидение осенило нас своим светом, парни. Время есть пиццу. Алло, Кремень. Кремень, ты там? Кто-нибудь есть? Есть кто-нибудь? Алло? Кремень, это ты? Это Эмили. Она хочет поговорить с Кремнем. Кремень любит Эмили. Скажи, я занят. Он говорит, что любит тебя. Кремень любит Эмили. Слушай, сейчас некогда говорить. У меня куча домашних заданий, понимаешь? Родители прибьют меня, если не сделаю. Что там происходит? Кто там? Пицца, мэм. Мы не заказывали пиццу. Какие-то дети звонили. Если вы не заплатите, мы обгадим ваш дом. Сюрприз! Это не круто, братец. Экий ты нежный. Так лучше. Точно, большое дело начинается с большого перекура. Парни, есть хорошая новость и плохая. Хорошая новость. Разносчик размазал пиццу по няньке. Класс! А плохая? У них пистолеты. Ладно, не паникуй. Позвоним в полицию. Здесь нет телефона. Эмили, мы позвоним Эмили, она позвонит в полицию. Стой, Кремень. Это же наш шанс. Если мы схватим этих троих грабителей сами...
Тогда папа увидит, что наши тренировки полезны. Точно! Сделаем! Размажем их по стенке. Слушайте, мужики, похищение заметно приятнее, чем вооруженное ограбление. Ну? Точно, ни разу не ел пиццу во время ограбления. Ну? Хорошая пицца, точно. Слышь, оставим немного деткам, которых мы похищаем. Ну? Наверное, хорошие детки. Где все оружие? Проща, ножи? Отец их спрятал. Он не хотел, чтобы были неприятности? Замечательно. И как отбиваться от этих парней с пушками? Ну, чудики, готовы? Радикально. Ну, ладно. Раз, два, три. Классная комната. Ну? Эй, малыши, пицца приехала. Где эти мелкие надоеды? Если бы я был мелким надоедой, где бы я был? В комнате родителей. Пошли, парни. Последний закрывает дверь. Начали. Так, Конек, ты иди в комнату в конце коридора, где мама меняет мебель. Ясно. Ням-ням, займись кухней. Есть. Ну, ребята, приготовились к первой части. Чудики, проверим. Пошел, ням-ням, пошел. Нашел одного. Нет! Грабители! Грабители? Я думал, мы похитители. Ты был прав. Удачи, Конек. Ладно, мелкий чудик. Мы знаем, ты где-то внутри. Мы тебя не обидим. Мы тебя только украдем. Иди сюда, маленький идиот. Малыш, иди сюда. Дитя. Дурень, это же я. Чудик, и впрямь обалденно сожалею. Он меня первый ударил. Ну, хватит, хватит. Где мелкий? Умно, а? Заткнись. Ну? Нет, он никак не может быть внизу.
Эй, чудо, что случилось? Ты меня ударил. Ну? Эй, чудики, чудики! Он там. Я полез. Я поймал его? Поймал! Ну, это моя рука. Ну, слезьте с моей руки, парни. Ладно, хватит. Хватит! Хватит! Кто-нибудь разрежьте. Смываемся. Да, нет оснований здесь сидеть. Есть еще два болтуса. Если их поймаем, третий, скорее всего, пойдет за нами. Так. Еще заперто. Тяни сильней. Конек, масло. Загремел. Ну. Что с сидишками? Хватай их, парни! Идут! Вы только не сердитесь! Только не по носу, чудо! Ему ж плохо! Ты где, мелкий чудик? Тебе это даром не пройдет. Ням-ням, ты готов? Нет еще. Наслаждайся поездкой. Ням-ням, готов? Почти. Но... Радикально. Чудо. Это их напугает.
Готовы, парни? Да, готов. Хорошо. Хорошо. Боже! Мы победили! Хватит! Извините за беспокойство. Где раковина? Где раковина? Мы побеждаем? Так, вторая часть. Стой! До второй части у меня есть маленький сюрприз. Что это за смесь? Помнишь, в прошлом году ты болел и 3 дня не мог сходить по-большому? Да. Но только это состав, который помог. Жуткий понос. Ты больной? Ты на них посмотри. Пошли, мужик, не то обижусь. Неплохая вода. Дай сюда. Ну? Эти детки, парень, боюсь, я их покалечу. Задание выполнено. Ладно, ребята. Вторая часть. Вторая часть? Ну, ну. Где прыщ? Парни, парни, распутайте меня. На помощь! На помощь! Жуть! Другой, другой конец. Убьем этих маленьких засранцев. Мне-то казалось, они нужны живыми. Мы тоже нужны живыми, чудо. Эти дети опасны. Так что будем делать? Пойдем в их комнату и найдем их слабое место. О, медведь. Алло. Алло. Проверка 1. Есть. Вызываю все машины, вызываю все машины. Все сюда. Конец. Я действительно думаю... Кремень? Кремень, это ты? Ну, чудики, чудики! Идите сюда! Приходи! Приходи! Приходи к двери моего дома прямо сейчас! Что у вас там происходит? Иди сюда! Это важно! Сейчас буду! Класс! Мы их достали, парни! Ну, пошли. Прости, что я так поддерживала моего отца. Это моя азиатская кровь, наверное. Отлично. Тогда с чего бы тебе создавать столько сложностей мужу? Но это моя американская кровь. Очень смешно. Будем дома через 10 минут, я сам поговорю с парнями об этом. Они, скорее всего, спят. Сэм, им нравится то, чем они занимаются, и они любят деда. Дорогая, я только говорю, что это может их поранить. Есть кто-нибудь? Кремень? Миссис Дуглас? Заткнитесь. Ладно, ребята, мы заходим, и у нас есть небольшой сюрприз для вас. Ладно, детки. Вечеринке конец. Положите это. Эй, прыщ. Парень, меня что-то скрутило. Ну? Что с вами, чудики? Мы уже почти уходим. Прости, прыщ, надо... Мне, пожалуй, понадобится большой унитаз. Ладно. Никто из вас, старички, не двигается, пока те 2 чудика не вернутся. А теперь я задам вам вопрос всего 1 раз. Где ваш младший брат? Наверху.
Нормально, Эмили. Нет проблем. Мы побеждаем. Пора их добить. Ну и вонь, ну и запах. Не по животу, не по животу. Спасибо. Нет, это чашка для поноса. Эмили, ты в порядке? Ну? Мне очень жаль, мэм. Вы в порядке? Сбегаю за полотенцем. Надеюсь, вы оставили нам немного пиццы. И вообще, что это за парни? Наверное, грабители. Не волнуйтесь, мэм, мы контролируем ситуацию. Да. Мы можем о себе позаботиться. Привет, детки. Пожалуй, нам всем надо бы прокатиться. Может, я поведу машину? Простите, дядя, когда вы нам заплатите? Черт. Поверь мне, Сэм, мы делаем все, что можем. Видишь ли, этого мало. Где Фицпатрик? Извините. Извините. Миссис Дуглас. Не сейчас, Эмили. Миссис Дуглас, я знаю, где мальчики. Мне сказали это дать вам. Эмили. Сэм. Сэм. Вызовите. Поди сюда. Мальчиков забрал Снайдер. Что? Да. И отстань, Снайдер. Дорогая, не волнуйся, все в порядке. Мы их вернем. Не двигайся! Стой! Подождите, подождите! Не стреляйте! Это мой тесть. Что ты здесь делаешь? Я пришел проверить семью. Папа, Снайдер забрал мальчиков. Снайдер. Я верну мальчиков. Что, ты? Не дури, Мори. Сэм, у Снайдера судно в порту. Я знаю, шестой причал. Откуда ты знаешь? Я ниндзя, но и мне было трудно его выследить. Это просто, мы ехали за тобой. Ладно, ладно. Сердце Снайдер все еще ниндзя. Нужен ниндзя, чтобы победить его. Ну-ну, Мори, у нас нет времени на игры в ниндзя. Это не игра. Дай мне 10 минут, и у меня будет здесь 100 человек. Прекратите оба. Наши мальчики. Сэм, мой отец особенный человек. Ты читал записку? Если Снайдер тебя увидит, он может обидеть мальчиков. Но если он увидит его, меня никто не увидит. Не знаю. Сэм, дай мне час. Час? Мори, мы оба не любим Снайдера. И мы оба любим мальчиков. Но сейчас я верю, что ты приведешь их домой. Сэм! Сэм, мы только что получили доклад о полковнике Фарухе. Сейчас буду. Мори. 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 Говорю тебе, он особенный. Надеюсь. Кремень, у этих ниндзя ружья. Но раз у них ружья, значит, они не ниндзя. Да, если они будут стрелять, полиция их услышит.
Это обнадеживает. Ребята, надо держаться вместе. Пошли, маленькие придурки. Этот стиль тебе не знаком? Естественно, ваш дедушка был учителем Снайдера. Дедушка? Погано. Совсем погано. Я есть хочу. Отлично. Прогрызем себе выход. Конек, спокойно. Мы выберемся. Мы, наверное, умрем с голоду. Никто не будет голодать. Нам надо выбраться отсюда, чтобы помочь дедушке, когда он придет. Дедушке? Кремень, тебя, наверное, слишком долго били по голове. Дедушка один из них. Он ниндзя. Дедушка придет. Мне не важно, кто придет, лишь бы принес поесть. Ребята, вы что, не понимаете? Дедушка не придет. Он продал нас. Знаешь, конек, иногда ты бываешь просто тупицей. Ты сам дубина. Ребята, смотрите. Что? У меня кровь пошла. Слушайте, что с нами? Помните, что говорил дедушка? Все, что вокруг нас, может помочь. Приспосабливайся к окружению. Это путь ниндзя. Хорошо. Ладно, кремень, так что же нам делать? Может, попросить дверь открыться? Эй, мистер Дверь, как дела? Не могли бы вы любезно открыться? Нет? Знаете что? По-моему, мы не найдем помощи в этой комнате. Перестань. Я знаю, выход есть. Я знаю. Кремень, прекрати. Мы попросту пропали. Пропали. Он прав, Кремень, мы продули. Что ты делаешь? Хочешь заказать пиццу? Алло, диспетчер. Да, я из комнаты с детьми. Не мог бы ты перезвонить? Я хочу проверить телефон. Кремень, ты псих. Смотри. Проверка телефона. Это ты, Фрэнк? Минутку, вам должно быть охранника. Ждите. Это вас. Фрэнк! Фрэнки! Ты где, Фрэнк? Простите, он вышел. Да, просто обескураживает. Не прощу. Они просто дети. Дети! Верни их, или я вырву твою печенку. Понял?
Понятно. Ладно, пошли. Пошли. Боже, дай мне их поймать. Прошу, дай мне их поймать. Так, малыш, пошли. Конек, пошли. Ноги в руки. Погоди. Пошли.
Дедушка! Стой! Он дружит с этим Снайдером. Дедушка, пожалуйста, это же мы! Не делай этого! Дедушка! Мальчики, четыре жгута веревки никогда не порвать. Бегите, бегите с корабля. Но, дедушка, мы можем тебе помочь. Идите. Взять его. Пошли. Бежим. Спрячемся. Дадим им перцу. Смотри. Вперед, ребята. Второй раунд. Пока. Ты в порядке, парень? Да, отлично. Давайте выбираться отсюда. Нам нужен план. Да, нам нужен план. К черту план. Вырубим его. Идите сюда, зверушки. Конек, вспомните манекен. Зажгите ему глаза, парни. Зажгите глаза. Давай-ка зажжем ему глазки.
Привет, мальчики. Здравствуй, дедушка. Внимание! Отлично, старик. Ты здорово выучил малышей. Да, они хорошо учились. Что ты скажешь? Будешь учить моих людей? Нет. Жаль. Придется тебя убить. Отпусти мою семью. Нет. Тогда будем драться. Мы с тобой одни. Больше никого. Если я проиграю, ты умрешь. А если я выиграю? Ну, старый, я играю по-честному. Если ты выиграешь, дети смогут уйти. Всем все ясно? Да, сэр. Славный я малый, так ведь? Ты клоун. Могу я поговорить со своей семьей до боя? Само собой. Сюда, мальчики. Слушайте, мальчики. Ждите. Не пытайтесь мне помочь. Но, дедушка... Что? Но, дедушка, если ты проиграешь... Помнишь урок номер один? Никогда не дерись, если не уверен, что можешь победить. Возьми это на удачу. Ладно. Четыре жгута веревки. Давай, дедушка, сделай его. Сделай его, дедушка. Смотри! Сделай его, дедушка! Дедушка, осторожнее! Меня к нему. Оставьте его!
Прекратите! Нет! Стой! Нет! Скажите прощай, дедушки, детки. Ты давно не дрался против того, кого не можешь победить. Так. Да, дедушка, так его. Так. Дедушка, не так крепко, я же старый. Нет? Я никогда не проигрываю. Никогда. Так, всем стоять. ФБР, корабль окружен. Не двигаться. Бросьте оружие. Все кончено. Бросьте оружие. Теперь медленно поднимите руки над головой. Привет, папа! Мне нужно позвонить по телефону. Вы не одолжите мне 20 центов? Слушайте, похоже, мне нужен доктор. Мори, я просто хочу сказать спасибо. Сойдет небольшой поклон. Ясно? Говорила я тебе, из тебя выйдет великий воин-ниндзя. Спасибо, мам. Пошли. Спасибо, что выручил нас, папа. Ну же, пошли. Это вы, ребята, герои, не я. Значит, нам можно и дальше учиться у дедушки. Именно, конек. И тоже относится к кремню и к... Ням-ням. И к ням-няму, да. Тоже и к кремню, и к ням-няму. Пошли, Сэм. Надо опрашивать задержанных. Думаю, лучше это сделать тебе, Джерри. Мне? Да, у меня тут целая семья героев, и надо сводить их в пиццерию. Есть! Так. Пошли, дедушка. Ненавижу пиццу. Ну же, парень, дай прокатиться на твоем велике. Нет, ты уже проехал полдороги домой, так одолжи мне его на минуту. Не мое дело, ты свой потерял. Я не терял его, его украли. Ну? Посмотри на это. Привет. Привет. Можно провожу тебя до дома? Если бы ты так не красовался, мы бы сейчас не шли пешком. Кремень! Хорошие велики. Думаю, пора вам, дуракам, преподать урок. Слушайте, мы не хотим драться. Почему бы вам не отстать и не отдать велики, и всем будет хорошо. Кремень. Слушайте, я вас прошу... Пропустите нас. Нет. Эмили? Красуйся! Хорошие велики! Спасибо.
Пошли отсюда.